следующему косплееру понадобится темнота для подготовки. Это косплеер Королевский из города Екатеринбург. Сердца Пандоры, Ада Безариус. Как не потеряться юной дочери герцога Безариуса в хаосе событий, что разворачивается вокруг Саберийской трагедии и ядра бездны? Как нежной девушке не сойти с ума от того, что она узнает о своем любимом мужчине? Ада не ответит на эти вопросы, но она осталась верна себе и своим близким. Встречаем!